Мне более сорудостар, демек более файдалы, мирахлы Левханы Хави аханда. Левханы сейреттік, бізді Ильхамландық. Бізді Хави істедік. Хави істедік, мұны ичемыз енді. Сіздер сеніз афет олсын. Оледір сайғылдасылар, афетлер олсын сізге. Хави асында бізім халқымызның айрылмаз бір парчасыдыр. Халқымызның мұсафырченлігіні көстерген бір ичімліктір. Біз есе яйнымызны девам етеміз, хавилерімізні ічіп, енді мұсафырымыз студияға келді, біз музыка ақында лафет ечеміз, ве мұсафырымызнен таныш оламыз студиямызда Эдем Ибрагимов, Йыр Мойлифы. Селям алейкум. Селям алейкум. Селям алейкум. Сабалар хайыр. Қош келдің. Как настроение? Ничего, все хорошо. Очень приятно, что вы позвали меня на студию. Мне очень действительно, для меня это огромная честь. А нам как приятно. Да, Сагул, что в такую рань пришел к нам в студию. Да, но я со своей профессией никогда не видел утро, и благодаря вам я увидел, как выглядит 7:30. Какая прекрасная возможность сегодня. Вот, Хайр Лолсон. А как начинается утро музыканта? Во сколько? Вот, утро музыканта начинается, честно говоря, в 12. Хочу быть музыкантом. Машалла. Можно поменять на профессию? Наверное, надо много тренироваться. Но зато... Это стоит многого. То есть музыкантам нужно часто репетировать, часто играть, потому что, как сказал кто-то из известных мировых музыкантов, если я один раз не буду, если один день не буду играть на своем музыкальном инструменте, это услышу я результат. А если я два дня не буду играть, это уже услышит публика. Да, это действительно так. Однажды было то, что я, например, и бывает иногда наоборот. Вот я неделю не брал в руки скрипку. И, ну, в связи с тем, что я куда-то уезжал, но когда я вернулся через неделю, взял в руки инструмент, рука просто летала. То есть наоборот, да, наоборот соскучился. Да. Да, ну, конечно, с этим нельзя переусердствовать, если я занимаюсь, например, этим профессионально. То можно, конечно, повредить технику, ну и прочее. Да, как вообще началось твое увлечение музыкой? Когда это было? Увлечение музыкой? Ну, вообще... Я начал заниматься музыкой в 5 лет. Угу. Меня мама отдала, так как она сама не смогла продолжить заниматься музыкой. Ну и она сказала, тогда ты, ну, добьешь. Продолжишь дело. Да, продолжишь, да. Ну и, в общем, это было для меня как бы непонятно все. Пришла первая учительница. Показала мне вот эту маленькую скрипку, но эта маленькая скрипка для меня казалась огромной, потому что я сам был меньше. Ну и, в общем, это все происходило как бы с истерикой, я иногда не хотел заниматься, потом говорил, что хотел, и как бы непонятно было. И, в общем, насколько я помню, я постоянно играл в футбол с ребятами, и мама постоянно меня звала. Эдем! Быстро заниматься на скрипке. Ну, а я, сейчас, мама, 2 гола забью и приду. Ну, конечно, благодаря ей я как бы продолжил эту деятельность. И на сегодняшний день вот как бы занимаюсь это и для души хорошо, и как бы перспективы. Ну, известным футболистом ты не стал, зато да. Музыке ты преуспел. Это можно с уверенностью сказать. А ты сказал, что начал играть на скрипке. Я почему-то думал, что твое увлечение музыкой началось вот с клавишных. Нет. Ты потому что одинаково хорошо играешь что на скрипке, что на синтезаторе, да. На пианино. На клавишах у меня так получилось, что я когда поступил в КИПУ, я видел, как ребята играют на клавишах. Ну, за фортепиано, аккомпанировали там другим там ребятам. И, в общем, играли фольклорную музыку. Но я это наблюдал за этим, и меня это просто как бы вдохновило и зацепило. И, в общем, я тоже начал постепенно заниматься. Сначала брал какие-то первые такие вот аккорды. Пытался, учился. Это как бы... больше акцентировал на клавиши и на скрипке, из-за этого я занимался чуть меньше. Но потом я как бы нашел золотую середину, находил время для клавиш. Это, допустим, занятия закончились, я оставался в КИПУ допоздна, я мог сидеть и постоянно что-то разучивать, и что-то играть на слух. В общем, как-то так вот и получилось, что я начал играть и на клавишах. А сегодня что больше, ближе, что ближе к тебе?
Вообще ближе ко мне, наверное, аранжировки. Вот, написание каких-нибудь там вот авторских, допустим, песен. В общем, для меня вообще и на сегодняшний день как бы играть в группе, вот я играю в Мейдане, вот ребята все талантливые, с ними играть — это вот огромная честь. И всегда они на веселее, поднимают настроение. Ну и вот как-то вот так вот я, честно говоря, в музыке я люблю все. И заниматься на скрипке, играть на клавишах, играть в группе, а также заниматься как бы сольной вокальной там деятельностью. Вот. Да, сегодня, кстати, мы позвали, чтобы представить новый клип, новую песню. Чуть позже мы его послушаем, а сначала поговорим еще немного о музыке. Что тебя вдохновляет? Какая музыка тебя вдохновляет вообще больше? Какую музыку слушаешь сам? Я вообще, честно говоря, очень много разновидностей, там, жанров в голове у меня всегда крутится. И я как бы начал слушать Майкла Джексона, Стиви Вандера и многих других вот из таких вот исполнителей, из современных, там, из таких вот джазменов, как Валерий Степанов, ну и так далее, вот. Угу. Стинг. Это То есть нету никакой привязки к какому-то одному жанру? Да. Разные жанры и разные стили. На каких мероприятиях чаще всего играешь? На свадьбах? Вообще, да. Конечно, на свадьбах. Ну и бывает, и приглашают как бы сольно играть. Угу. Там, конечно, формат — это лаунж, джаз, такого формата. Ну и люблю, конечно, играть джаз. И, конечно, и не играю стопроцентный прям джаз, но как бы стремлюсь и как бы нарабатываю. А как ты считаешь, крымско-татарская музыка и джаз, насколько они совместимы? Ведь наверняка, если ты играешь джаз, и ты еще играешь крымско-татарскую музыку, ты знаком с такой замечательной группой, как Сато. Ну, честно говоря, совместить все можно. В принципе, крымско-татарская музыка, она очень схожа с джазом, особенно в плане импровизации. Ну, там, конечно, немножко лады разные, но, в принципе, это все можно как бы сугубо вместе смиксовать, и это будет очень классный как бы такой грув. И можно из старых песен можно сделать очень такой вот микс. И даже вот слушатель, который не понимает, допустим, крымско-татарской музыки или нет, он скажет: о, это что-то новенькое, это что-то классное. Угу. Даже вот мы... Вроде что-то и крымско-татарское, но что-то свежее, да? Да, вот что-то вот мы с ребятами играли в Коктебеле, это я помню, концерт давали, и мы с ребятами, у нас репертуар закончился, как бы, и нам начал там... А управляющий говорит: давайте еще, еще, еще время не закончилось. А мы думаем, что сделать, что сделать. И, в общем, давай Мисхор ХЗ. И мы Мисхор ХЗ сыграли в именно в джазовом именно таком стиле. Интересно было. Направлении. И все люди: о, это что за такая музыка интересная? А мы там говорили: а там есть один американский джазовый исполнитель, ее играет. Не стали как бы раскрывать карты. Но людям понравилось. Но людям понравилось. Самое главное. Не думал ли о том, чтобы набрать учеников, учить их, поддерживать молодые таланты? Вот я недавно, кстати, занялся репетиторством. Ну, пока набралось двое прекрасных учеников. Пока что. Ну, в принципе, мне очень нравится заниматься репетиторством, в принципе. И тем более я учился как бы на педагога, и у меня и практика была, и в практике я как бы увидел себя, ну, быть учителем как бы в этом плане. Может, из меня не будет там, я не знаю, прекрасный учитель или... Но дело в том, что я как бы от этого получаю удовольствие тоже. Эдем, вот играя на свадьбах и играя на других площадках, есть ли различия? Возможно, где-то проще, где-то сложнее. Вот на свадьбе, возможно, многое прощает
прощает кое-какие ошибки, вот игра на свадьбах, потому что мероприятия разные. Ну, в принципе, везде есть какая-то сложность. Вот, например, сложность на свадьбе — это... Наверное, в том, что кто-то может прийти и заказать очень старую крымско-татарскую мелодию, которую знает там всего лишь два музыканта. Да, это тоже есть. Это вот все сразу в тетрадке там. Что, как там? Там тональность, там все. Ну и как бы ответственность, потому что чтобы все последовательно было и людям, чтобы интересно было, как бы хочется делать в начале какое-то шоу, чтобы как бы людям не было скучно. Ну и не хочется, например, все именно играть какие-то, например, тянучие вещи в начале, чтобы, ну, человек как бы перед свадьбой там не уснул, например. Ну и, конечно, играть такие ненавязчивые, чтобы они могли и пообщаться, конечно. То есть под разные настроения. Да. А в другом, если говорить не свадьбы, да, там, конечно, там еще сложнее, потому что все внимание на тебе, как бы мы сидим и играем с бэндом, все люди смотрят, снимают на телефонах, и как бы там, наверное, еще большая ответственность, потому что тебя слушают, где-то ты можешь, ну, не проканает вот эта вот тема, ой, я не сыграю, ты сыграй, например. Ну, бывает там, например, на свадьбе раз, батарейка села, там раз, а сам начал вступать. А, допустим, на концерте это как бы все видно, заметно, и вот как бы... Конечно. Там есть другая сложность. Везде, в каждом направлении, например, есть свои там, короче говоря, нюансы, свои сложности. Ну и на концерте, наверное, люди пришли для того, чтобы и послушать музыку, а на свадьбе музыка, она все равно как-то выполняет роль играть в фоновом режиме. Люди сидят за столом, общаются, немножко другая. Несомненно, вы правы, да. Вот. Перейдем к новой песне. Да, вот что это за песня? Я недавно презентовал свою новую песню. Да, о чем она? Эта песня вдохновила меня, в общем, вот как мы, я слушал много направлений музыки, джази, там, жанрах, ну, всяких исполнителей. Но и, конечно же, эта работа писалась очень долго, она менялась постоянно. В общем, эволюция этой песни была шикарнейшей. Она постоянно вот так. А с чем связано, что она так менялась часто? Ну, с тем, что раз я приду, один раз послушать, что-то напишу, вот это будет вот так. Потом уши, когда мои устают, я прихожу заново, слушаю. Нет, это не будет вот так. Вот это все вот так обводил, делит, и все. Как перфекционисты делают, в общем. То есть у музыкантов такое часто происходит, когда уже готовую вещь через некоторое время переслушиваешь, и тебе уже там не нравится, здесь не нравится. По-другому, да? Да, и, честно говоря, вот мне помогли ребята, вот как Сейран Ага Усманов, он сыграл великолепно, гениальный музыкант, сыграл на гитарке. Там, гитарную партию. Да, гитарную партию обыгрывал, и также аккомпанирующий как бы ритм он держал, как бы. И потом замечательный музыкант Алим Гуртмеметов, он сыграл на саксофонах, как бы большие там партии, особенно в проигрыше, очень хорошо получилось. И бэк-вокалистка Фериде Аблязова. В общем, честно говоря, эта работа сначала, она очень долго менялась, да, как я говорил. Но когда пришли вот эти вот ребята, записали все, она уже как бы звучала по-другому. Все, я как бы оставил, например, самый конечный вариант, вот, который вот сейчас, вот, например, ну, в принципе, и звучит на сегодняшний день. Как называется песня? «Сердце мое». «Сердце мое». О любви. Да. О любви. Давайте мы, наверное, посмотрим этот клип, новый клип Эдема Ибрагимова, а потом уже продолжим наше общение, продолжим обсуждать музыку и конкретно этот клип. Сайгул Дослар Махсус Узыничун, «Сердце мое» адлы клипны енді бізім экранымызда серет меге мүмкін, келіңіз оны бера бер серетейк. Не забуду этот взгляд, как хотел тебе сказать, ты
мир собой. И словно солнце ты окутала теплом. Без тепла не быть мечте. Эвет Сайлодослар. Прекрасная песня. Хайр Лоусон. Еще раз поздравляем с выходом нового клипа. Саумс. Я так понял, что в клипе не задействованы актеры. Все люди — это вот, либо знакомые, либо же главная героиня — это вторая половинка. Да, живая картинка получилась. В общем, этот клип снимался, конечно, очень долго, потому что я... Сначала мы с Азизом Аметовым засняли вот в фотостудии, вот, как бы, и были такие идеи там заснять где-то там на скале, там еще что-то, придумать какой-то сюжет там. И у нас не получалось, у Азиза не получалось, у меня не получалось как бы по времени. И, в общем, пришла моя свадьба, думаю, ладно, и думаю, там если дым, хорошие, великолепные кадры, если получится, возьму оттуда немножко. Ну и как бы уговорю свою жену как бы выбраться куда-то, например, поставить камеру на штатив, просто общаться там и сказать, не обращай внимания на эту камеру. И просто будем сидеть, живое общение. В общем, получились живые кадры, и это очень хорошо, потому что было бы заметно, если было бы что-то наиграно, например. Ну и как бы я вот смиксовал вот такой вот как бы, ну вот клип. Да, получилось очень чувственно так, и еще и слова, песни подходят вот под действие, под клип. И вообще вы посвятили эту песню, получается, своей второй половинке. Да,
Это первый клип. Да, это первый клип. Какие планы на будущее? Есть ли в планах снять еще какой-то новый клип? Вообще... Записать еще песни? Да, сейчас вообще свежий план — это отснять клип с Мейданом. Там, получается, Амет Ремзиев и я. Мы как бы будем вдвоем чередовать. Это соло будет такой современный крымско-татарский вариант. Это из свежих планов. А из сольной деятельности, конечно, хочется заняться альбомом все-таки. Конечно. Будем ждать с нетерпением альбома. Эдем, ты сказал, что также занимаешься аранжировкой песен. Сегодня очень много молодых крымско-татарских... Появляется очень много молодых крымско-татарских исполнителей, и все они хотят записывать новые крымско-татарские песни. То есть, если брать количественно, то очень много молодых исполнителей появляется. Но что касается качества, как ты можешь оценить? Ну, это дело вкуса тоже, как бы. Например, кому-то нравится какое-то, например, направление, там, джаз, там, или кто-то пытается там исполнить в стиле, например, ну, разных, как бы, стилизаций. Хип-хоп очень популярный. Да, хип-хоп. В наше время главное, чтобы музыка была не дешевой. Вот, вот что. Даже вот, когда заказывают на свадьбах, допустим, мелодии, а там разные, приходят с телефона там включить там, или еще что-то. Бывает, что там действительно это невозможно слушать, да. А что касается наших крымских татарских исполнителей, то есть очень много как бы прекрасной, качественной музыки, я бы сказал. А кого бы ты мог отметить вот, из уже известных крымско-татарских исполнителей? Вот, на чью музыку можно равняться? Ой, я не знаю. Каждый своеобразен своей стилизацией, как бы, и я как бы всем, как бы, как это объяснить? То есть слушаешь всех? Всем большое уважение, то, что вообще как бы занимаются, трудятся, идут дальше. Это как бы вот такое. Эдем, ну мы желаем тебе дальнейших творческих успехов, ждем твои прекрасные новые клипы, песни, и также ждем еще в нашей студии. Какие пожелания будут нашим телезрителям? Пожелания. Самое главное, чтобы никто не болел, чтобы все было хорошо у всех, и прекрасного утра, прекрасного настроения, а также прекрасной всем музыки. Чохсагл, надеемся, уже следующая встреча будет посвящена выходу твоего альбома. Будем говорить о новом альбоме «Сметался». Вот. Бызым субетому соңына келді, сайқылы достылар. Мерақлы субет, әм лафеттік, әм клип сейреттік, баяғы раатландық, кейфлендік. Енді мұсафырымызны озғарамыз, яйнымыз есе, девам ете.